Международный суд ООН в Гааге частично удовлетворил иск Украины, обвинившей Россию в неисполнении двух международных конвенций. По Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма суд заявил об отсутствии необходимости в установлении мер в отношении России, так как Украина не предоставила достаточных доказательств финансирования России сепаратистов в Донбассе. Суд постановил, что Россия по конвенции о ликвидации расовой дискриминации должна соблюдать права крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму. Российская Федерация должна воздерживаться от введения ограничений в отношении крымских татар и их сообщества, сохранять их учреждения, включая Меджлис, заявил председатель суда Рони Абрахам. В прошлом году Верховный суд Крыма признал Меджлис крымско-татарского народа экстремистской организацией. Крымская прокуратура обвиняет двух ее лидеров в причастности к энергетической блокаде полуострова и возбудила против них несколько уголовных дел.